Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Тест номер 3, вопрос номер 3. Упростите выражение. Выражение такое: 52 умножить на m и умножить на 3. Упростим это выражение. Данное выражение состоит из трех множителей, два из которых являются числами 52 и 3. Числовые множители мы можем перемножить. Умножаем 52 на 3, получаем 156 и m. Вот результат упрощения. Смотрим, правильным оказался вариант А. Ответ. Правильным оказался вариант А. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.